Нового альбома, который мы выпустили 1 января, в час ночи. Кто-нибудь слушал ее? Ну, мы привезли диски с собой, так что у вас будет шанс послушать.
пожалуйста. У нас тут очень большие сложности с райдером. Так, следующую песню мы будем петь вместе, да? Она называется «A Kiss». Романтическая такая. Там припеви «Give her a kiss, give her a kiss, give her a kiss». Может, кто-то вас слышал? Холодный. Каждому по бутылочке. Пожалуйста. Ждем. Так, следующая песня у нас называется «Fall Apart». Она рассказывает о том, что происходит, когда люди не умеют расставаться. Спасибо. Не умеют расставаться. Красиво. И, в общем, в этом случае они воруют сон друг друга, едят мясо друг друга и пьют кровь друг друга. Thank you.
Следующая песня на русском, поэтому без предисловия.
Следующая песня называется Close. Она о близости. О первой близости. Когда наша душа впервые чувствует, что с ней рядом есть еще одна душа. И ей это очень хорошо. May I stay?
Я поняла.
Следующая песня о том, как у нас может расходиться понимание слова «страсть» с нашим возлюбленным или некогда возлюбленным уже к тому моменту. Ну, в общем, бывает, просто расходятся вот ощущения и понимание этого слова. Они просто разные, то есть ни у кого не хорошее, ни плохое, просто разные. My roman sand is broken.
совместить. Кто был на нашем прошлом концерте? Я! В клубе с забавным названием Чак Норрис, да? Да, да. Поднимите все ручки, пожалуйста. Спасибо вам, что вы пришли к нам еще раз. Да, вас видеть. А почему обещали прийти все, я помню, вот сколько там человек было. Все говорили, придем, придем. Нет, это не все, не надо. Все было не настолько печально. Thank you.
Thank you.
вообще первый раз. И в интернете никогда не слышал, да? А поднимите ручки. Ну, не стесняйтесь, уже все поднимайте. Я буду знакомиться. Thank you.
гончарный стих. Даже знаем, да? Складывается впечатление, что вам скучновато. Нет! Это вы внимательно слушаете, да? Замерзли бедненькие, да? Тут пел карди холодно, наверное. Да тепло. Приезжайте к нам в Харьков греться. Да, если кто-то не знает, мы группа «Пурпур» из Харькова. А тут вот есть люди, которые нас не слушали, поэтому... А как можно идти на группу, вот на концерт, не слушая ее? Типа, пойду-ка на концерт, сюрприз себе устрою, да? По нежности и небрежной беседе маска всего лишь его прикрытие, а внутри ничего нет. Запоминаем по буквам, записываем, чтобы не помнить картину в целом. А если написать историю человечества в нем, легко ее будет отмыть потом от земли. Thank you.
А можно нам еще воды, пожалуйста? Мы это уже почти выпили. Спасибо. Мы обычно на концертах весело вообще кричим вместе. Ну, как бы люди уже знают, мы эту песню играем со своих первых самых концертов уже 4,5 года. Поэтому все знают, где кричать, и это очень весело. Ну, тут как-то, знаете, команда все равно не срабатывает. Люди все равно, я поднимаю рупор и делаю вот так, кричу в этот момент, люди... И потом только кричат. Thank you.
Ну, слабовато место, да? У нас обычно интеллигентный и спокойный. Миньор или сапёр? Встречаются. Ой. Шарит.
в людях, наверное, встречаются вот такие вот мелкие, знаете, эмоции, которые вроде как малозначительны, но жизнь портят значительно. Там будет такое место, я буду петь «Туата». Мы можем вместе петь. Вы можете петь «Туата», если вам высоко. Я вам покажу сейчас, и вы присоединитесь. Вместе петь так весело.
таких клубов в том, что обычно видишь, кто поет, а кто нет. Ну, а теперь петь вам придется по-любому. Песня называется «Снеговик». Человек 8-5 будет в любом случае. У вас там партия есть. Без вас песня не получится. Поэтому, пожалуйста, помогите мне. Это последняя песня, поэтому будьте добры. Соберитесь. Я в вас верю. Сейчас я вам покажу. Тут я пою еще. Ваня. Волшебник Артём.